На пустыре возле музыкальной школы в минувшую субботу было довольно-таки шумно. Спасатели вызволяли из трясины попавших туда телят. Самостоятельно из грязного плена животные выбраться не могли и вполне могли утонуть. По просьбе хозяев на место ЧП приехал пожарный расчет. Огнеборцы на этот раз занимались спасением животных. Общими усилиями телята были вызволены. Из случившегося можно сделать два вывода. Во-первых, свободный выгул крупного рогатого скота в городе запрещен. А во-вторых, в трясину возле музыкальной школы могут попасть и дети, которые сейчас во время летних каникул зачастую находятся без присмотра. Надеемся, что это болото, которое едва не унесло жизни животных, не станет местом уже настоящей трагедии.